Здравствуйте и добро пожаловать на презентацию второго альбома ансамбля «Живые люди» «Новые города». Меня зовут Виктор Зиевский, я журналист и по совместительству директор ансамбля, и мне выпала сегодня честь открывать этот потрясающий концерт и представить вам музыкантов. Прежде хотелось бы сказать несколько слов. Концепция новых городов отнюдь не новая, это не новинка, это не новая мысль, а продолжение долгой, многовековой, тысячелетней традиции, которой многие великие мыслители и философы описывали изумительные миры, где царит гармония и постоянство. Философия – это направление, называется идеализм и утопизм. Все это прекрасно знают. Но что интересно, очень часто взрослое поколение ставит вину младшему поколению, то, что они утописты и идеалисты. Они обобщают, правда, это в одно слово под названием максимализм. И что я вижу? Позади меня стоит 4 взрослых человека, потрясающих музыкантов, идеалистов, утопистов и максималистов. Думаю, это стоит особых аплодисментов. «Новые города», потрясающий новый альбом, это сосредоточение самой отчаянной мечты человечества о счастье и стремлении к мечте. Это удивительные миры, где нет тоски и одиночества. И эти миры здесь, они не иллюзорны. Это не просто мечта. Я думаю, что как раз музыка живых людей, их творчество, которое они представят вам сегодня, это есть та самая дорожка, то самое направление, тот самый вектор, который к этой мечте ведет. В новые города. Большое спасибо. И большое спасибо вам, ребята, за то, что мечтаете не для, а вопреки. И позвольте представить музыкантов. Барабаны. Петр Талалай. Контрабас. Юрий Галкин. Тенор-саксофон. Юрий Севастьянов. Также бэнд-лидер ансамбля, автор идеи, потрясающая, неповторимая композитор Наталья Скворцова. Большое спасибо, что вы пришли. И добро пожаловать в новые города. Thank you.
Thank you.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем наше торжественное мероприятие. Нас сегодня посетило целых два драгоценных редких гостя. Один из них — это певица Наталья Блинова. А второй — это наш очень старый друг, человек, с которым мы когда-то очень много играли вместе, делали записи, играли концерты, но сейчас не виделись достаточно давно, он зашел к нам в гости. Это Михаил Волох. А также еще раз представляю моих коллег: Юрий Севастьянов, тенор-саксофон, Юрий Галкин, контрабас, и Петр Коловай, барабан. Сейчас мы сыграем композицию, которую мы часто играли когда-то достаточно давно вместе с Михаилом и вместе с Натальей. Композиция называется «Блюз». Просто-напросто. Спасибо.
следующая песня, которую мы сыграем для вас, это единственная песня в нашем репертуаре. Песня на стихи великого русского поэта Велимира Хлебникова. Она называется, в инструментальном варианте она называлась «Алиса», а в вокальном «Там, где жили свиристели». Thank you.
композиция, которую мы хотим исполнить для вас, называется «Остановил время». Нужно сцену обращаться к Михаилу Волох. Thank you.
Большое спасибо Михаилу Волгу и Наташе Блинова. Заканчиваем наш концерт в квартете, как мы начинали, в композиции «Корабли». Thank you.
Для вас играл сегодня ансамбль «Живые люди». Юрий Севастьянов, тенор-саксофон. Юрий Галкин, контрабас. Петр Талалай, барабаны. Меня зовут Наталья Скворцова. Также в концерте принимали участие Наталья Блинова, вокал. Вот она перед нами. И Михаил Волок играл на трубе. Большое спасибо. Спасибо, что вы пришли сегодня. Остается только добавить, что мы хотим выразить большую благодарность лейблу Fancy Music и директору этого лейбла Сергею Красину, который здесь. Сергей, поднимись.